Вот, ребятки. Давайте я вам покажу игру настоящего мастера. А толку-то? Я только из Два дома выхожу. мужика о Вон опять. своих детях говорят. Сейчас мать вернется с вахты. Пусть сама с ним разбирается. А твой? Как там? Ты возил я его по всяким клиникам. К бабкам там разным целительницам. Молился. И я. Свечки ставил. Ни черта не помогает. Я же его видел-то один раз всего. Ну, 2 года тогда на Юлькиных похоронах. А он что, тогда и начал? Да, раньше он начал. А это его уже совсем добило. Вечером ну, приходишь домой, его нет. Телефон не отвечает. Ну, конечно, всю ночь не спишь, волнуешься. Утром дверь открываю. А он на личной клетке лежит на коврике. Побитый, грязный, просто как пес шелудивый. Знаешь что? Правильно, что ты его сюда привез. Правильно. У нас земля, знаешь, какая хорошая? Она сама лечит.